каждом субъекте предложено не менее 30. Итоги работы за первое полугодие подвела региональная антимонопольная служба. Так, в рамках функции по контролю закона о защите конкуренции органам были рассмотрены 15 жалоб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, эта цифра уменьшилась вдвое. Основной объем составили жалобы по признакам нарушения субъектами естественных монополий. По окончанию рассмотрения дел о нарушении законодательства контрактной системе уполномоченными сотрудниками управления в отношении нарушителей возбуждается административное производство. Всего за полугодие возбуждено 90 таких дел, что на 20% выше, чем аналогичный период прошлого года. И наложена сумма наложенных штрафов составила 1 600 000 рублей. Управление антимонопольной службы продолжает контроль в сфере рекламного законодательства. За обозначенный период было зафиксировано 2 нарушения предпринимателями, осуществляющими доставку еды. Также ведомство принимает жалобы от жителей области по вопросам повышения цен на определенные группы товаров. На сегодняшний день, отмечает руководитель службы, таких жалоб не поступало. Ольга Тимченко, Павел Славин, Новости 21.